под произвольными углами, но одной и той же длины. Это фактически и есть тот самый трехгранный угол. Это дуги. Это есть середина. Дуги, которые совпадают с медианом. Через нее проходит медиан. Теперь можно распределить плоскость через... Ну, проходит медиан, потому что там треугольник равнобедренный. Ну да. Через конец вектора и медиан. Рассмотрим плоскость. Ну да, понятно. Замечательно. Понятно, что она будет с медианом приведённой. Ну. Да. Ей принадлежит такая медиана. Угу. Ей принадлежит вектор. Вот тот Сколько? Вектор, среднеарифметическая. Да. Замечательно. Ну, аналогично плоскостям он тоже принадлежит. Ну и значит, они пересекаются по прямой. Все. Это он доказал, почему медианы сферического треугольника пересекаются в одной точке. Теперь, если здесь угол 120 градусов. То это вектор Е плюс. Да. Ну значит, вот этот вектор маленький. Е плюс F плюс H это середина. Ну и все. Поняли? Да.